утра. 7 утра. Приехал вчера где-то в 2, наверное. Пока там покушал туда-сюда, вот в 3 лег. Короче, разбудили, говорит, вставай на загрузку. Я говорю, меня еще выгрузить надо бы. Короче, получается так, что сейчас меня выгружают. Палеты там у меня, картон. И грузят тут же на Челябинск. Тут же грузят на Челябинск. Прям вообще прикольно. Но мне Вагиз говорил, что с Калуги будем уезжать на Челябинск. Ну, то, что прям с этой же рампы. Это, конечно, вообще круто. Ну что, ребята, я загрузился. 20 тонн картона у меня. Выезжаем. Короче, поставил точку до Уфы. Едем на Челябинск, мы, точнее, там на Кременкуль. Поставил точку до Уфы. 1500 мне ехать. Почему на Уфу я поставил точку? Потому что я буду проходить ТО. ТО полностью. Сцепки и тягача, и прицепа. Вот. Будем проходить ТО. Сейчас нам отсюда выбраться надо. Такой подъемчик. Так что, короче, движемся на Уфу. Сегодня у нас 30 число, как раз 30-е, 31-е, 1-е. На 1-е число я на ТО записался. Как раз конец месяца. Километраж подобьем. И будет нам счастье. Все, поехали. Аргус подождет чуть. Потому что нам как раз вариант выехать. Там бордюр не цепляем. Аккуратненько. Тяжелые. Ну это хорошо, Урал впереди. Если снегу навалит. А у нас вес хороший. Ладно, доброй на дороге, поскакали. Калуге привет, это я в Калуге гружусь. Грузился. Вообще классно. Приехал вчера ночью, в 2 где-то. Встал, поспал, ну все меня разбудили уже. Вот. Встал на выгрузку. Выгрузили. И прям не отходя от кассы загрузили. Ну то есть это как бы, ну прикольно, никуда переезжать не надо. Первый был в очереди, после меня там машин понаехало. А мы все успели четко. Время 10 утра, я уже стартую. На Уфу будем проходить ТО. Ну что, друзья, товарищи. Видать меня? Я заезжал в Лакинск, короче. Помылся, покушал. Здесь манты хорошие. Такие прям большие и мясо. Ничего такое. Кушать можно. Вот. Короче, подкрепился, салатик еще брал, свеклу с чесноком, свеклу ли, я не знаю, как правильно. С чесноком, говорю, есть что-нибудь такое, чтобы сыр да чеснок был? Она, нет, только свекла с чесноком. Я говорю, ладно. Короче, свеклу ел, как будто без чеснока, если честно. Вот. Ладно, короче, манты пойдет вообще пушечные, и крупные, и прям вкусные манты, хорошие, понравились. Лакинск, заезжаю, тут в душ удобно ходить. Много кабинок, быстренько раз, ополоснулся, 120 рублей тут душ стоит. Вот, покушал и поехали дальше, дальше погнали. Куда едем? Ну, в сторону Казани. Погода 13, только что было 14 градусов. То есть я в шортах ходил, в кофточке и шортах. Ну и в своих галошах. И вот, вообще погодка радует. В Сибири, знаю, Кемерово там минус 5. Минус один, снежочек. А у нас пока сухо здесь. Ну, как у нас. На западе здесь сухо. Так что, что, погнали, погнали дальше. Тут надо аккуратно вылазить, потому что там бордюр. А тут шибко быстро всегда все ездят. Ну-ка, подвиньтесь, Саша. Ой-ой-ой-ой, там просто Lexus или кто. Резко перемахнул. Хотел пофуфакать, думаю, испугается. Нет, тетя. Буб-боб, как смотрит. Бабуля. Попутчиков я не беру. Ладно, доброй нам дороги, поехали.
Впереди Владимир. Владимиру привет. Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Время 16:27, но уже темнее. Сейчас через полчасика уже темно будет. А вот, докуда дойду, до туда и дойду, докуда, покуда, туда и доеду. А вот, короче, насколько сил хватит, столько и проедем. Самое главное мне 1 числа утром в 8 утра быть в Уфе. В 8 утра мы ставим прицеп, полуприцеп на ТО. В 12 часов дня тягач загоняем на ТО. А выгрузка у нас 2 числа по документам в 6 вечера. Но если приеду раньше, стопудово раньше выгрузят. Так что все в елочку, все четко, все рассчитано, все везде успеваем. Тьфу, если ничего не случится по дороге. Загадывать при нашей работе такое себе дельце. Машине, сколько, когда я эту машину получил? В апреле месяце, наверное. Ну, где-то так, по-моему. Не помню, если честно. На протяжении долгого времени мы проработали с моим логистом, с Натальей. Вот сейчас она мне написала, что скинула, короче, контакт нового логиста. Написал Наталье спасибо за работу, пожелал ей легких клиентов, карьерного роста и всего-всего самого хорошего. Хороший логист у меня был, хорошие пробеги. Где-то, да, моменты, особенно в октябре, пришлось маленько постоять. Ну, это у каждого логиста есть. А у кого-то еще такие логисты, где-то там постоянно стоишь. А с Натальей хорошие пробеги у меня были. 19-18 тысяч смело я накатал по лету. А вот весна, лето, зарплата нормальная, хороший логист. Клиенты, разные, да, где-то есть такие со сложными заездами, но это, ребята, работа. Сейчас вот видите, на баночку перешел у меня, прям вообще все четко. Так что, Наталье желаю только добра, хороших клиентов, хороших загрузок, легких загрузок, беспроблемных загрузок, естественно, карьерного роста. Будем работать с новым логистом. Надеюсь, сработаемся, будет у нас все четко, будут хорошие пробеги. Я вот херачу, тут 60 ограничений, а я валю на все бабки. Надеюсь, что все будет ровно у нас с новым логистом. Сработаемся, в любом случае сработаемся. Люди имеют свойство притираться друг к другу. Можно где-то и криво въехать изначально, да, там не сойтись, но все обсуждается, то есть можно договориться. Так и так, так и сяк. Вот. Всегда это что-то интересно, когда новый логист у тебя, какие погрузки у него. Интересно нас ждет, поэтому я вообще по планам у меня было где-то в ноябре пойти отдыхать. У меня 2 месяца уже сейчас будет скоро, в первых числах ноября. Думал, наверное, пойду отдыхать, все, 2 месяца поработал, можно и отдохнуть 2 недельки. Вот, но так как маленько у меня тут все перемены, логист поменялся, попробую еще ноябрь-то проработать, протянуть, посмотреть вообще, что как будет. Видите, на новую вот эту тему я, на новую тему сел, то есть банка, по заводам, по пароходам, хочу вникнуть, посмотреть вообще, что это и с чем это едят. Просто мне интересно самому сейчас попробовать, а нежели подмены будут садиться и работать. Сам хочу поработать с новым логистом,
все понять, что да как. И ноябрь, я думаю, еще отработаю. Может, не весь, там, короче, посмотрим по ходу действия, по ходу пьесы. Вот. Ну, там в декабре отдохну маленько. Посмотрим, короче. Видно будет. При нашей работе загадывать 5 секунд, 4, 3, 2. Мы дома. При нашей работе загадывать, ну, такое себе дело. Не знаю, что тебя ждет за поворотом. Охереть, я не знаю, как вам видно, такие штуки какие-то длинные они везут. Вы посмотрите, сколько. Я 16,5 метров, прицеп у меня. Они тут все 47 метров, наверное, длина. Офигеть надо. Че такое они везут? Какие-то прям трубы, лопасти, что ли, какие. Офигеть. Я ошалел просто увидел сейчас. И че они какие длинные? Аппараты все в ахере, наверное, я убавлял рацию. А, погодка, парни, вот такая вот. Туман еще не видно ни хера. Молоко просто. Едем аккуратно, внимательно, не торопясь. Мало ли кто стоять будет. Полно всяких раздолбаев на дороге, которые либо в половине полосе стоят без вообще, без включенного ни габарит, ни аварийки. Ну, разные бывают. Может, вообще машина сломалась у кого-то, да, там электричества нет. Так что аккуратненько, ну прям вообще молоко. Засурье поднялся. Вот, рано утро у нас уже, 8 доходит. Ну, уже не рано, конечно. Сегодня 31 число. 31 октября, последний день месяца, ну, октября. Сегодня праздник, день автомобилиста. Всех поздравляю с праздником. Понятно, что поздно, что... Секундочку. Понятно, что поздно, что ролик вышел чуть позже. Вот, но все равно, всем желаю добрых, ровных дорог. Помните, вас жду дома. Самое главное, возвращаться домой с рейса целыми и невредимыми. Любите свою работу, цените свою работу, цените, уважайте себя. И все будет четко. Всех, пацаны, с праздником и девчонки. День автомобилиста. Что-то я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Кстати, через камеру видно стопудово лучше. Это всегда так. Что снег идет, я ничего не вижу. Камера, хоть через телефон смотри. Вот даже берешь телефон, включаешь, допустим, камеру, через нее лучше видно. Я не знаю, почему так, но вот линза видит лучше дорогу, чем глаз человека. То есть я больше чем уверен сейчас на изображение в кадре. Ну, как бы, более-менее дорогу видно, а мне вообще ничего не видно. Вот метров, ну, вот только-только вот сейчас искание появилось в моих глазах. Вот только-только цифры увидел, 5, 8, 7, и то вот сейчас четко разглядел. Короче, молоко молочное. Вот, его вообще не было видно, только вот сейчас заметил. Короче, едем очень аккуратно, предельно внимательно, чтобы в день автомобилиста никуда не засадиться. В комментариях ребята еще спрашивали про график работы. Смотрите, здесь как у нас делка. Есть разные графики. Я работаю, допустим, у меня машина за мной закреплена, то есть я один на этой машине работаю. Работаю, допустим, месяц, там полтора, два, три, сколько захочу, столько и работаю. Ну понятно, что там две недели там, ну это не есть нормально. Что ты там две недели отработал и просишься на выходные. Нет. То есть работаю по максимуму. Сейчас я, допустим, уже два месяца отработал. Ну, хочу зарядиться еще на третий месяц, на ноябрь. Ну вот. Как мне нужны будут выходные, допустим, я попрошу начальника автоколонны, чтобы он мне нашел подменного. Если будет такая возможность, если есть человек, готовый меня подменить. Ну, вот, я иду на выходные, человек садится на эту машину и работает. Вот, то есть мы с ним заранее там договариваемся, допустим, я иду отдыхать на две недели, там, я иду отдыхать на месяц. Также все с логистом это согласовываем. И месяц я, допустим, отдыхаю. В итоге логист подгоняет машину к этому времени. Там, ну, когда-то чуть раньше, там, когда-то чуть позже. То есть в зависимости, как машина грейс будет проходить мимо твоего дома. Ну, либо там мимо места пересменки. И все, и меняешься. Можно работать экипажами там. Экспресс там рейсы, вот,
тоже про это вопросы задавали. Как там, что там, как оплата. Я, парни, честно, я просто, ну, не вникал, я не знаю. Мне, ну, мне незачем. Мне экспресс-рейс меня не интересует. Я не хочу на экспресс-рейс. Вот. Так что я даже не интересовался. Кому интересно, вы можете позвонить, все узнать. На сайте ДЛК там есть номер отдела кадров, там про трудоустройство, вам все расскажут. Вот кому интересно. То есть я не владею такой информацией. Вот. Работать можно также, допустим, месяц через месяц, если вы там нашли, допустим, человека, с кем вы будете меняться. Месяц один человек работает, месяц второй человек работает. Ну, в смысле, поняли, да, месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Вот. Ну, можно там с 15 по 15, чтобы каждый месяц какая-то деньга вам падала, какие-то деньги вам падали на счет зарплаты. Вот. Также есть работа, есть ребята, кто работает втроем на двух машинах, то есть месяц на одной машине, второй месяц на второй машине, третий месяц отдыхаешь. Ну, такая система. Все это обговаривается уже непосредственно с начальником автоколонны. Вот на 60 камера стоит, 79 мы прошли, скинул. Все непосредственно это обсуждается с начальником автоколонны, и уже график такой-сякой как бы подыскивает. Поначалу вообще, я не знаю, как, ну, допустим, в каких-то других колоннах у нас, допустим, поначалу, ну, вот свой опыт, когда я устраивался, я был на подмене. Ну, вот. Я вообще устроился без опыта, помню, и даже для меня это, ну, как бы таким уроком было, что я поработал и на КамАЗе, и на Сканиях, и на Мерседесах. Вот, поработал с разными логистами. Подменил одного, второго, третьего. Подъезжая к набережным Челнам, заехал на заправку, до полных баков залился. Полные баки у меня. Хочу ответить на комментарии. Человек написал, мол, типа, что это за работа, там как-то так был комментарий изложен. Типа, перспектива так себе. Самому грузиться, короткие рейсы и, ну и типа, нафиг оно надо. Вот. Про баночку. То есть я же теперь, ну, как бы, скорее всего, буду на коротких рейсах и возить в основном банку. То есть пивные заводы. Расскажу, в чем плюс. Давайте начнем с погрузки. Вот. Во-первых, не везде сама погрузка, но есть. То есть сам грузишь эту банку. Как грузишь сам? Тебе дают рахлю, ты залазишь в машину, в полуприцеп, и тебе, короче, на погрузчике он либо на борт ставит поддоны, либо там где-то с пандуса грузишься. Короче, ты раскатываешь по салону машины. Ну, в смысле, не по салону, по прицепу. За это нам компания оплачивает, это 500 рублей. Вот. Ну, там судить там мало, много, ну, это такое себе дело. Короче, компания оплачивает 500 рублей за самопогрузку. Потратить 500 час времени, самому покатать, ну, лично мне не составляет труда. То есть не тяжелые. Бывают крышки еще везешь. Там, да, там потяжелее все будет. Вот. Но давайте не будем ныть. Мы с вами мужики, это наша работа, за это платят деньги. Вот. Я как бы, ну, такой человек, я не хочу вот каждое действие, то есть от самому еще и фуру грузить. Ну, ее грузишь не 20 тонн, да, накатываешь тут палеты какие-то 20-тонные, расставляешь. Катаешь себе эту баночку, ничего сложного нету. Не грязно, не пыльно. Раскатал, закрылся, погрузил. Все, 500 рублей, ты знаешь, что ты заработал за час времени. Час работы, да там и того меньше. Если быстро он возит погрузчик, господи, 20 минут ты ее закидал, эту фуру. Вот. Это первый момент. То есть я не вижу в этом никакой проблемы. Я вообще не сторонник искать проблемы в чем-то. Зачем себе усложнять жизнь и забивать себе голову какой-то ненужной херней? Ну вот. Есть такая погрузка. Это не прихоть компании, это прихоть клиента. То есть там прям даже на входе написано в операторскую: у нас самопогрузка. Это может быть, ну, типа, если при погрузке закосячил, банку замял, то есть уже сам водитель виноват. Может быть, из-за этого такие правила. Вот. Компания нам это оплачивает, это уже плюс. Дальше. Короткие рейсы. Я тоже не вижу в этом никаких проблем. Может быть, это даже плюс.
То есть у нас в компании разные ставки, то есть все зависит от километража. И чем дальше расстояние, тем ниже ставка. Ну вот у нас такие правила. Вот. Тем самым, чем меньше расстояние у меня рейса, тем выше ставка. Плюс у меня еще надбавки за стаж, надбавки за ШВМ. И в итоге очень неплохая ставка получается. И плюсом еще, у нас же не только зарплата от километража, у нас зарплата от ТТН. То есть, сколько рейсов мы сделали? Один рейс 2000, то есть, комплект документов 2000, комплект ТТН. Погрузился косарь, выгрузился косарь. Да, там нужно вовремя сдать, чтобы правильно были оформлены документы. Но опять же, но это же все полная херня в том плане, что пишут, вот это там столько заморочек, но мы живем в такое время, что у нас везде заморочки, не будет какой-то подписи, и для поставщика, для компании, для заказчика это только шанс ухватиться, чтобы не оплатить этот рейс. Ну вот так вот, грубо говоря, может не совсем правильно, но смысл, я думаю, я передал верный. То есть мы получаем, я за этот рейс получаю за самопогрузку 500 рублей, за рейс 2000 уже есть, за погрузку, за выгрузку по 1000 и плюс километраж. Вот. Поработал день, грубо говоря, утром загрузился, вечером выгрузился, либо там, ну, за сутки очень неплохая, ну, как бы копейка вылетает. Если все четко и у тебя постоянно есть загрузка-выгрузка, то есть ты не простаиваешь, за месяц, ну, неплохая сумма накапает. Так что я максимально не вижу ничего плохого в этих рейсах. Даже с одной стороны и рад. После моих вот этих сложных всяких погрузок, разгрузок, где каждый рейс я, ну, как на иголках, потому что знаю, что, блин, сейчас поеду каким-нибудь металлоломом грузиться, чем-то еще, что либо стройки, либо какие-то пазы такие очень узкие для моего прицепа. То есть я даже в какой-то мере рад, очень, очень рад, что в основном это будут заводы, в основном это будет задняя погрузка. Пускай я не всегда эти банки буду возить, ну, что-то связанное с пивными заводами, там, палеты когда-то. Когда-то, да, будут... Хера, он гонщик там вылетает, у него знак «Уступи дорогу», тот того подрезал, мне чуть в бочину не влетел. Вот, так что я... После моих сложных погрузок, разгрузок, несколько месяцев работы такой, в таком темпе, очень даже рад, что маленько, вот сколько я уже, это третий рейс у меня по такой схеме, я вам серьезно говорю, я прям, ну, отдыхаю, можно сказать. То есть приехал, встал к пандусу, загрузился там, выгрузился, сам вот один раз даже банку грузил. То есть я не всегда же банку вожу, но что-то пока вот с этим связано. Как будет дальше, буду вас держать в курсе. Дальше будет, ну, больше, интереснее, уже понятнее. С новым логистом я еще не общался. Сегодня воскресенье, завтра понедельник, рабочий день. Ну, созвонимся, пообщаемся, обсудим, что да как будем работать. Вот, так что я вообще не вижу здесь никакой, ну, какой-то там проблемы. Если... Ну, сейчас, да, я картон везу, 20 тонн у меня вес. Когда с банка иду, там 3 тонны. Если чисто банка, 3 тонны вес. Бывает, еще там крышки возишь, там побольше вес. Вот. В плане экономии это огромный плюс. Еще бы у меня ось на прицепе поднималась, ну, ленивец был. То есть это тоже, она влияет на экономию. Ось задрал, и сопротивление меньше. Вот, так что... Пока одни плюсы. Посмотрим, конечно, как это будет все выглядеть дальше, но на данный момент вообще пойдет. Отвечаю, парни, вот кто работал, да, особенно на шестнарях, по стройкам, по каким-то, ну, таким сложным моментам, всякие металлобазы, ты вот постоянно на вот этом, на этой измене, постоянно на изжоге, что куда-то залазить надо, где-то узкие какие-то места. Ну, постоянно вот этот нервоз, и оно, от этого устаешь и напрягаешься, да? Устаешь очень сильно, быстро от этого. Вот такие погрузки, ну, классно, классно. Тем более, вот, тьфу-тьфу, не сглазить, конечно, пока вообще прям даже не стоял, везде приехал, погрузился, уехал. Вот эта загрузка, то, что я сейчас везу, я ее привез, на выгрузку приехал. Меня поставили на рампу, выгрузили, тут же загрузили, поехал на Челябинск. Вообще кайф. Короче, пацаны, куда-то я попал.
Ну, в том плане, что тут что-то случилось серьезное, ДТП. Куда он, мне машет или не мне? Конечно, говорит, тормози. Блин, тут капец, восьмерка, четырка, не пойму. Что-то размоталось прям конкретно. А, это тягач, он сейчас прицеп будет забирать, что ли? Дорогу перекрыли. Он пропускает по обочине, по ряду. Короче, тут что-то жесткое вообще, ё-моё. Ну вот он сейчас тягача туда загнал. Видимо, кабина у тягача, который в ДТП попал, полностью разбита. А вот сейчас прицеп, наверное, будут отгонять. Так, сейчас, наверное, я пойду, потому что у них там закончилось. Люстра, блин, светит? Сотрудник... Вон, он мне машет. Все понятно, поехали. Так, по обочине, короче. Восьмерка, девятка, четырка. Ну тут, конечно. А, вот скамейка разбитая стоит. Ну, он, походу, блок ему выскочил. Так, аккуратно, чтобы там видели. Все, по рации кричать будем. На челны тормозите, парни, ДТП впереди, реверс. Ну, такое, да, бывает. Бывает ДТП, аккуратнее надо быть. Ну что, ребята, я, короче, добрался до Уфы, до нашей базы. Сейчас будем заезжать на ТО. Вот. Короче, сначала на мойку. Сейчас заедем, зарегистрируемся. Вот сразу отсюда палим, есть ли места у нас. Вот. По-моему, с местами все напутано там. Ну, решим, сейчас заедем, там определимся. Вот, на мойку. И дальше уже там посмотрим. Ну, вообще, как все делается. Сейчас сначала зайду на ресепшн, запишусь, скажу, что я приехал, что меня поставили. Возможно, просто раньше еще загонят. Вот, то есть не по времени, а пораньше. Вот, потом на мойку, вот видите, тоже машинка выезжает с коня. Вот, мойка. На мойку и встаем. Во, место есть, я запалил место. Сейчас сразу вот сюда встану, очередь займу. Но никого нету. Схожу быстренько, оформлюсь на мойку, на ТО и загоню машину, пускай моется. А вот здесь мы механиков проходим. Видите, машинка стоит на очереди. Я на мойке, моюсь, но уже помыли. А вот, пока мыли, пакет документов приготовил, отчет за месяц. Накладные аж 3 штуки накопились, но негде мне было сдать. А вот. Короче, сейчас будем выезжать, вставать на ТО прицепа. То есть пораньше загонят, должны были в 8 утра, загонят пораньше. Вот. Часа полтора-два будет делать прицеп, дальше уже по обстоятельствам возможно пораньше загонят на ремонт, ой, на ТО тягача. Месяц закрыл, вот. Нормальный пробег получился, 17 500, нормально. Коротыши есть, это радует, там ставка побольше, вот. Так что все обнулил. Обнулил себе бортовые компьютеры. На третий установил. Могу показать. На третий установил дополнительный бортовой. Установил. Вот тут обнулил полностью. Здесь у меня за месяц считается. Вот. Ну, а тут суточный. Ну, он не обновленный. Можно обновить. Сколько я за сутки прохожу. Вот. Ну, я здесь обновил. То есть завтра до Челябинска я пойду. Увижу, сколько будет. Допустим, если там несколько дней в рейсе, то я... Второй бортовой обновляю и вижу, сколько я за сутки прошел. Короче, как-то так. Все, с мойки мы вышли. Сейчас сразу едем на вторую территорию, на дальнюю, там, где механиков проходим. И загоняем в 6-й бокс. Меня уже ждут. Тягач. Ну, полностью сейчас, наверное, на сцепке заедем, наверное, расцепляться не будем.
Вот. Сделаю ТО, потом переедем сюда уже на тягаче. Прицеп там оставлю у механиков. Вот. Но это по моим планам, не знаю. Ну, короче, сейчас нам все скажут, что-то как нам делать. Вот, так что выезжаем. А я вот, кстати, не знаю, меня сейчас охрана выпустит. Что-то я никакой не взял. Вот талончик-то на выезд. Ну ладно, думаю, выпустят. Велтоны стоят. Самославы. Видимо, голова на ТО, на ремонте. Видите, сколько разных прицепов у нас здесь. Черная Скания стоит. Еще пятая серия. Оренбург. Так, шестые ворота. Термокинг. Здесь рыфы у нас еще и делают. Вот, а здесь боксы механиков проходят. Проходим. Вот ребята стоят уже на осмотр. То есть машину там подготавливают, потом сюда подъезжают к воротам. И здесь осмотр у них. Так, фары-то, наверное, включить, Саш, надо. Так, шестой бокс мне надо будет. Вот этот вот, только с той стороны, со стороны леса. Так-то надо было с левой стороны, по-моему, проезжать. Поставили. Короче, когда от механика выезжаешь, только направо нужно выезжать. Офигеть, кабина лежит. Так, шестой бокс. Что интересно, передом, задом заезжать? Сейчас узнаем. Я вам сейчас тут накапаю, я только с мойки. Нормально помыли. Ну, пока мокрая. На ресепшене сказали, я говорю, а что как-то, в прошлый раз говорю, мне не очень помыли, мне сказали, ты типа, ну это техническая, грубо говоря, мойка. Ну не, слушай, в этот раз получше помыли, по-моему. Ладно, при белом свете увидим. Держала, а потом раз, заработала. Вот ты сейчас пока шел, она отпустила ее.